Всем привет! Вы на канале Мир Людей. Перед просмотром видео не забудьте подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео на нашем канале. Богдан Ступка – известный советский и украинский актер, который за годы своей работы сыграл более 100 ролей в кино. Помимо этого он выступал еще в театре. На постановке с его участием всегда приходило очень много зрителей. Такого успеха артист смог добиться благодаря способности чувствовать своих героев. Ступка был удостоен множества наград. Например, перед самым распадом СССР он получил звание народного артиста. Женой Богдана была Лариса Корниенко. Супруги прожили вместе более 40 лет. Жена оставалась с мужем до самой его смерти. Лариса родила сына Остапа, который решил продолжить творческую династию. У мужчины есть сын Дмитрий, который тоже является актером. Он вместе с папой работает в театре имени Франко, которым долгое время руководил Богдан. Дмитрий родился в 1986 году. Его родители прожили вместе недолго. Мать после развода с мужем решила посвятить все свое время воспитанию маленького Димы. Она ушла из театра и пошла работать в магазин. Дмитрий закончил Киевский театральный институт имени Карпенко-Карага. В театр имени Франко он устроился работать более 10 лет назад. Также актер работает с фильм «УА» и «Стар Медиа». Работать Дмитрий начал еще в 2007 году. За 14 лет он сыграл более 20 ролей. Зрители знают его благодаря картинам «Ментовские войны», «Возвращение Мухтара 3», «Мы из будущего», «Правила боя» и так далее. 4 года назад актер женился на Полине Логуновой, которая родила Дмитрию дочь Богдану. Она активно ведет свои соцсети, где рассказывает о здоровом образе жизни, а также занимается продажами. В 2017 году Логунова сыграла в картине «Правила боя». Работа актрисы показалась для нее слишком сложной. Дмитрий тоже ведет аккаунт в Инстаграме. На фото он выглядит как стильный и ухоженный мужчина. Какие фильмы с Богданом Ступкой вам нравятся? Оставляйте свое мнение в комментариях.